Дорога к национальному парку Самарская Лука проходит через село Жигули, которое основано в 1660 году. Село расположено в живописном месте у подножия Жигулевских гор. Среди первых поселенцев был Семен Жигуля. Его именем и назвали поселение, а затем переименовали и расположенные по соседству горы. Кроме православных, в селе насчитывалось и до 150 раскольников. Сегодня мы держим путь на Молодецкий курган, одну из главных достопримечательностей Самарской Луки. Именно с него волжские удалые казачки-разбойнички высматривали купеческие челны. Где-то в здешних пещерах покоится ненайденный легендарный клад Стеньки Разина. Медленно века проходили, заселялись волжские берега. Родилось поколение, оставившая себе легенды и сказы «Волжская вольница». Скалистые берега гипнотизируют, и кажется, что вода поменялась с небом местами, и можно упасть в это безграничное небо. И только рябь на воде выдает этот хитрый фокус. Тяжело раненые в боях под Симбирском на простой рыбацкой лодке плыл Разин вниз по Волге. «Это что за место?» – спросил он слабым голосом. «Жигулевские горы», – ответили товарищи. И понял Разин, что последний раз видит он Жигули. И просит он товарищей остановить лодку, а его самого проводить на дорогу, которая ведет на курган. Вынесли люди на руках раненого Разина на ту дорогу. Тяжко было атаману. Слабой рукой он вынимает из кармана дорогой подарок – золотую трубку. Эта трубка была неразлучной спутницей во всех ратных походах. «Вот, братцы, эту трубку я хочу схоронить в этих горах. Кто эту трубку найдет, тот после моей смерти будет продолжать наше вольное дело». И зарыл он трубку в землю недалеко от дороги. Простился в последний раз Степан Разин с курганом и поплыл домой на славный Тихий Дон. Когда лодка отошла от берега, видно было, как над горами поднялся синий дымок. Это курилась трубка Степана Разина. Под шапкой утренних туманов молчат сосновые леса. Прудальство и чудеса давно погибших атаман. Thank you.
При спуске с вершины Молодецкого кургана открывается вид на гору Девичью, чей скалистый обрыв сурово нависает над темной водой. По одной из легенд, добрый молодец Микула и подруга его Дарица встали на Волжском берегу на защиту родного края от иноземных кочевников, решивших совершить очередной набег на Волгу. Выпустили враги в них тучу стрел, отвернулись, а обернувшись, ахнули. Перед ними неприступной стеной стояли не люди, а два отвесных утеса – Молодецкий курган и Девья гора. Чуть вдали виден Усинский курган или гора Лепешка. Плоская гора поднимается из воды отвесной стеной с четкими пластами пород, возраст которых 200 миллионов лет. Это и есть начало гряды Жигулевских гор, идущих далее на восток вниз по течению. июня 1963 года 27 человек на 9 лодках во главе с Юрием Захаровым отправились в туристический поход на эту гору. По возвращении назад разыгрался серьезный шторм, и одна из лодок перевернулась. Несколько девушек оказалось в воде. Стихия не давала шанса помочь им. И тогда бросились к девчатам четверо отважных туристов. После долгих усилий девушкам удалось выбраться на уступ, а парни еще оставались в воде. Молодецкий и Усинский курганы разделяет залив, Жигулевская труба с полоской песчаного пляжа. На месте залива раньше был одноименный овраг с постоянно дующими ветрами, которые, проходя через узкое ложе, со свистом вырывались к Волге.